В какой-то момент скромный специалист ногтевой студии, 25-летняя Диана, стала известной. Хотя такую славу можно назвать сомнительной. Ее фото, где она стоит с ребенком после родов, а рядом снимок с подтянутым телом, использовали нерадивые маркетологи. Разместили мою фотографию, прохожу по этому сайту. Это прям компания какая-то, как я поняла. У них и акции, все проводятся. Вот Шока Слим. И причем они активно это делают и во всех группах, и ВКонтакте, и в Инстаграме, везде-везде все это вот выкладывают. Якобы на их этих чудо-средствах похудели. Диана возмущена не только тем, что ее фото с ребенком опубликовали незаконно. Судя по этим рекламным материалам, она похудела благодаря неким чудо-средствам. На самом деле сбросить 8 килограммов ей удалось самостоятельно всего за 4 неполных месяца. Месяц сидела на правильном питании. Ну а потом начала, потом как бы худела уже сама по себе там после правильного питания, метаболизм восстановился и все. Пошла в спортзал и махом, благодаря моему тренеру, он меня прям... Диана пыталась связаться с администратором группы, в которой опубликовали ее фото, но на все ее претензии реакция одна – молчание. Девушка подумает обратиться в суд, и здесь правозащитники сулят ей положительный исход. Фото, которое фирма использовала в корыстных целях, мы показали юристу по сложным вопросам. Позиция суда следующая, что если раньше суды отказывали компенсации морального вреда в связи с тем, что данные фотографии брали из интернета, то с 2014 года есть конкретная судебная практика, подтвержденная Верховным судом и пленумом Верховного суда номер 5, в котором четко говорится, что без согласия любая фотография, любое изображение не подлежит публикации. Соответственно, данная девушка может обратиться в суд за компенсацию морального вреда. Если это дело дойдет до суда, то подобное разбирательство будет первым в истории Нижнекамска. И как показывает всероссийская судебная практика, Фемида встает на сторону истца. Сумма компенсации, конечно, будет небольшой, но в этом деле главное одно – это справедливость, которую ищет наша героиня. Александр Комаров, Максим Липин, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.